В центре Твери прошли антитеррористические учения. Местом проведения операции был выбран Тверской государственный цирк, как одно из массовых мест скопления людей. По сценарию учения условные террористы, вооруженные автоматическим стрелковым оружием, осуществили захват заложников в здании цирка. Руководство оперативного штаба приняло решение о проведении контртеррористической операции. После того, как политические требования преступников были отклонены, условные террористы привели в действие взрывные устройства, размещенные у входа в цирк. Сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован, а всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В результате штурма террористы нейтрализованы. Взрывотехникам Федеральной службы безопасности цирк разминирован. По оценке руководства оперативного штаба правоохранительной структуры и органы власти Твери, в целом готовы к пресечению террористического акта. Я считаю, что достаточно плодотворно поработали сегодня. Мы 3 часа отдали нашей работе. Есть недостатки, которые нами будут рассмотрены, и мы их, наверное, разберем у себя, чтобы в дальнейшем действовать. Но есть положительный момент, потому что впереди у нас праздник, день города Твери, где будет находиться очень много нашего населения, поэтому мы считаем, что данное мероприятие, оно в том числе поможет нам, если что-то случится, решить определенную задачу. Оперативный штаб напоминает, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их готовности ко взаимодействию с органами правопорядка. Если у граждан имеется какая-то информация, они могут обратиться по телефонам доверия. ФСБ 777-441, МВД 32-93-24.